Диспансеризация становится популярной среди населения не только Новосибирской области, всей страны. Даже президент заинтересовался проектом «Павильон здоровья». Его реализуют в Калининграде и поручил разработать методические рекомендации по распространению положительного опыта проведения профосмотров. О ситуации в нашем регионе сюжет Натальи Цопиной. С новым фельдшерско-акушерским пунктом и профосмотры по-новому. Жители Красномайского теперь диспансеризацию могут частично проходить в родном поселке, не выезжая в город Обь. Основной стандарт – взвешились, измерились, анкету заполнили, давление померили. Сейчас мы будем организовывать забор крови, чтобы уже тут на месте взять кровь и уже отвезти, чтобы людям хотя бы не терять времени, не стоять там в очередях. Раз в 3 года после 18, ежегодно после 40. С 2013-го диспансеризация входит в систему обязательного медицинского страхования. В результате удается выявлять заболевания, которые до последнего протекают бессимптомно. Пациенты обращаются, допустим, также в районах области, что при диспансеризации выявлено там изменение в анализах крови. Действительно, это выявляется лимфовикозы очень часто, потому что пациент себя чувствует при этом абсолютно нормально, хорошо, никаких ни слабости, ничего у него при этом нет. Но заболевание таким образом выявляется, причем требующее уже лечения, химиотерапии. Онкология в числе социально значимых заболеваний, которым региональный Минздрав уделяет повышенное внимание. Также в этом списке сердечно-сосудистые патологии, туберкулез, сахарный диабет. Чтобы людям было удобнее проходить профосмотры, изменили режим работы медучреждений. Теперь ждут и в субботу, в вечернее время до 20:00. Регулярно проводят и дни открытых дверей, когда можно без предварительной записи посетить узких специалистов. Вот первый результат, который бросился в глаза, то, что мы стали выявлять пациентов на ранних стадиях онкологических заболеваний. Вовремя поставленный диагноз, он продлевает жизнь, и вовремя начатое лечение, оно всегда проходит намного, так скажем, без болезней. В прошлом году в Новосибирской области диспансеризацию прошли 600 тысяч человек. Медики отмечают, выявляемость заболеваний увеличилась на четверть. Мотивировать людей чаще проверять здоровье и снизить смертность – задача национального проекта здравоохранения. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Константин Менин. Новости ОТС.